тут и я. Читала сегодня как собака. Пан Портненко. Боже, как красиво. Ну, успокойся, говорю. А так я выгляжу. Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Ата. Вот так начинается очередной мой день. Я нахожусь в Марине. Пришла сюда. И посмотрите, какая ситуация. Все закрыто. Я познакомилась с Надеждой. Вот мы с ней встретились. Она захотела присоединиться к моим прогулкам и дойти до Марины. Вот больше никого нет, а только мы. И все закрыто. Как здесь красиво, ну как жаль, что все закрыто. Я уверена, что это временно. А вот и я, друзья мои. Надя, тебе познакомить с моими подписчиками? Да. Ну вот видите, Наденька с удовольствием согласилась. Вот Наденька. Мираба. Мираба. Это кто? В Ютубе тебя будет смотреть. В Ютубе. Ты будешь звезда Ютуба. Да вы что? Звезда Ютуба будет Наденька. С Надей мы познакомились вот в группе какой-то, да, кажется? Ну, в Мерсине. Да, Надя живет в Мерсине. А, в Фейсбуке мы познакомились. Ну, наверное, недели три назад. И только сегодня мы встретились. Да, вот она тоже решила присоединиться к моей прогулке. И вместе дошли до... Потому что я не могла дойти одна до Марины, но очень хотела. А вдвоем, думаю, мне будет, наверное, это комфортно. Угу. И спробую дорогу первый раз, а потом уже буду сама. Ну, чтобы никого не напрягать. Надя приехала сюда из Сибири и очень довольна климатом и вообще городом и своим проживанием. Правильно? Пока нет разочарований. Нет. Да, пока нет. Что скажешь ты нам, подписчикам, классно здесь? Да, супер классно, мне очень нравится, потому что я во многих городах бывала, и я имею в виду российских. Это, сюда приехала в Мерсин. Сначала я посетила Аланию, и оттуда я уехала в Мерсин, и уже с Мерсина не вернулась. Я думаю, что вы часто увидите Надю в моих видео, потому что она мне тоже очень понравилась. Я супер довольна. Пока, потому что я здесь мало, конечно, живу. Я не могу наперед говорить, но на данный момент, сколько я здесь прожила, мне здесь очень нравится. И у меня компания появилась. Как жару перенесу, я вам потом скажу. Да, все попозже. Да, об этом я подумаю завтра. Дела всякие сделают. Цены, конечно, но это того стоит, посмотри. Мы в магазине Паши Бахча, где на этом заводе работал мой муж. Видите, какие красивые рамы. Что это такое? Это для льда, наверное. А это какое? Мне нравится что такое. Для мартини 160. Thank you.
что такое? Не понимаю. Какая красивая чашка вот эта с блюдцем. Какая прелесть. Смотрите. Красиво, не так ли? Очень мне понравилось. Это более качественные. Ой, красота. 239, 4 штучки. А это 55,3. Или одна, может, 3, наверное. Очень красиво, не так ли? Какие рамки красивые, это для подсвечников. 175. И свечки прилагаются. А это что за красота такая? Разные статуэтки. Показываю вам. Пока молчат, никто замечаний не сделал. Здесь и парфюм даже есть. Декоративные вот такие ножницы для пиццы, наверное, 210. Чесноковая выжималка. Красивая баночка. Обалденная. Что это такое? Для чего это интересно? Она для свечки. Свечку сюда ставишь. Потом раз. Лампа Аладдина. А этот набор какой красивый. Да, хороший магазин. Сколько раз я походила и ни разу не зашла. А это, посмотри, зеркало. Оригинальное какое, рамки для фотографий. Подносик какой красивый, супер. Посмотрите, какая красивая посуда. Очень красивые вазы.
всегда спрашиваю. Посмотри. Очень красиво. Все мои, нам ничего не делают замечания. Это шахматы. Шахматы. Король, королева. Мы с Надей сегодня очень много прошли. Очень много. И сейчас посмотрите, где я нахожусь. В Соли районе почти. Ну, Мезит ли это район? Мы дошли с ней до этого места. И она сейчас села на маршрутку и поехала к себе домой. А я зашла, поменяла деньги. Евро разменяла здесь в золотом магазине. Когда я зашла туда, все так ошарашились. Наверное, я еще в таком виде не заходила, в спортивном, да? Вот смотрите, у него спортивный вид такой. Хорошо, что мой муж не знает, но может, он бы не разрешил мне. Но я, в принципе, не знаю, как и что, но это не важно. Главное, мы познакомились с Наденькой, будем еще раз встречаться. Мы очень устали, я представляю, как она устала. Я не устала, но потому что я привыкла. Но она очень много прошла для меня, кажется. Так что сейчас я иду домой. Быстрее домой надо пойти, потому что куча дел. И встреча у меня, как всегда. Сегодня после прогулки с Надеждой я пришла домой и отключилась. Я же, как говорила вам, еще пошла деньги менять. Я такая пришла уставшая. И мы сегодня столько километров с ней накрутили. Я полдня вот как немножко полежала часок, даже уснула. Ну, а потом дела, у меня звонки. И обувь спрятала уже по коробкам. Машка помог на шкаф, в шкаф положить наверху. Готовлю сейчас ужин. Я сегодня поела салат и вот чечевицей вот помешала чуть-чуть, две ложки столовые. И почему-то решила приготовить себе так, как я завтра иду к моему стилисту на целый день. И давно я не ела нормальной еды, а нормальная еда — это для меня котлеты. Я их очень люблю. Вот один раз мне нужно покушать салатом, и то по кайфу. Я вот сначала думала рагу запечь в духовке, все, а потом думаю, не будет кушаться так вкусно, как сейчас, если я добавлю курицу. Еще решила добавить и добавить чечевицу оставшуюся. Я сейчас блендером перемолола куриную грудку, сейчас вот это все, потом добавлю это, и у меня будут курино-чечевично-кабачковые котлеты. И я это положу все в холодильник, приготовлю, а завтра, когда приду, поставлю в духовке, буду печь. Сразу напеку много, а потом буду есть, кушать их. А я Ашка ему что приготовила? Готовлю ему, смотрите, праса. Свежая сделала праса. И вот одну тарелку супа с мантами. Ну, естественно, салатик. Такой из роки сегодня сделала, без другой капусты какой-нибудь. Вот такой вот у меня ужин сегодня. И ему на завтра замочила горох. Завтра я приду поздно. Видите, и о себе думаю, и о нем думаю. Вот такой нохут. Пускай он у меня до 12 полежит, потом я его поставлю, отварю. Или, может, с утра завтра встану. Я же рано встаю. Ну все, пошла я готовить фарш. Ну, после долгих усилий, потому что тут и чечевица, и морковь, и зелень, и лук, и чеснок. Но морковь мало положила в этот раз. Я же думала, планировала запечь рагу. Потом думаю, не хочу. Так невкусно и без картофеля, без ничего. Что-то не захотела. Люблю котлеты. И также я добавила сюда крахмал и манку. Одно яйцо и перец, соль, конечно. Соль чуть-чуть. То вот такую вот я соль добавляю. Она какая-то природная здесь. Мы по дороге купили, когда ехали в Нигде. А для себя я вот жарю вот одну котлету, чтобы попробовать на вкус ее, потому что я кушать не хочу. Вот так она жарится у меня, без жира. Вид такой страшный. Но что делать? Красота требует жертв. А это я сейчас спрячу в холодильник.
Спрячу, спрячу. Почему-то говорят, положу в холодильник, поставлю. И посмотрим, что будет дальше. Какая котлета получится. В этот раз перевернулась без проблем, а в тот раз прямо все растекалось. Вот, вот такой получилось праса. Плов из праса. И суп сейчас разогреваю. С маленькими мантами. Пельмешками турецкими. Вот и я. Попробовала я эту котлету. Вкусная, можно кушать. Очень вкусно, мне понравилось. Вот надо как делать. Там и курица, и чечевица, все. И вот от одной очень наелась. Тут Света дожилась, что очень наелась. Аж как бы он не покушал праса. Не понравилось ему. Вот так вот. Вот я так вот мучаюсь. Как он меня мучает. Шутка, шутка. Боже, дай Бог, чтобы он только мне в еде мучил. Я и вам этого желаю. Он идет, поел салат, все, суп. Салат тогда я и чему и не буду. Истемерся, Машка. Дойду, Эвет, а слязем, ты. Хады, 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 хады. Побежал футбол смотреть. Ну, вот такой вот у меня едок. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.